На сцене малого зала Ленинского мемориала 23 апреля выступил артист театра «Московская оперетта» Владимир Нефедов. Ему аккомпанировал Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных инструментов под управлением заслуженного артиста России Евгения Федорова. Во время концерта прозвучали популярные русские народные песни и романсы. «Вижу чудное приволье», «Живет моя отрада», «Запрягу я тройку борзых», «Ах ты, душечка», «Калинка». Кому не знакомы эти любимые песни России? Владимир Нефедов родился в Ульяновской области. Призвание петь привело его в Москву, где он начал успешный путь на музыкальном поприще. В репертуаре певца классические оперные арии, неаполитанские песни, романсы и русские народные песни в классической обработке. Романс «Ямщик, не гони лошадей» Владимир Нефедов исполнил вместе с заслуженным работником культуры Российской Федерации, певцом-самоучкой Николаем Лемаевым. Они оба родом из Теренгульского района. На одной сцене с Нефедовым выступила также солистка Ульяновской филармонии Елена Рождественская. Зрители были в восторге от исполнения дорогих их сердцу песен. Ирина Антонова, новости «Ульяновской правды».